ну, для нас как бы для клуба, как мы достаточно быстро перестроились из одного состава из одной лиги на другую за две недели сборов. Постарались собрать новую команду, скомпоновать ее с теми футболистами, которые остались, с новичками. Вот. И сегодня как бы проходили тесты, я бы сказал так, по крайней мере, что успели за две недели наработать, 15 дней. Ну, я бы не сказал, что тест прошел успешно, только в том плане, в основном, что лучше играть на поле травяном, горбатом, чем на таком медленном, вязком, непонятном грунте. То есть футбол очень сложный, скорость теряется, мяч сжается, дробит, и поэтому говорить о том, что какое-то качество игры, которое нас устраивало, тяжело. Вот. Ну, я доволен ребятами, что они хорошо готовы. Ментально и физически они много прессинговали, заставили ошибаться и реализовали те ситуации, которые были. Ну, преимущество было игровое большое, по владению мячом. Ну, вот эта нервозность носила, конечно, поляна очень явно, прям буквально. Это для обеих команд, наверное, тоже, и также соперника. Насчет по игре, ну, вот, ясно, что сегодня говорить о том, что какая игра и что мы хотели бы увидеть по личностям и по нашим взаимодействиям, по новичкам, очень сложно. Надо смотреть уже на траве, на быстрых полях, на нормальных, надеюсь. Домашних матчах, так далее. Вот, небольшой комментарий в целом.